Чемпионы прошлого сезона команды КВН «Хорошие парни». Добрый вечер! Вас приветствует команда КВН «Хорошие балаболы». Ксюх, обещаем, этот сезон точно последний. Да нафига нам здесь играть? Ну как ты не понимаешь, что благодаря КВН «Руден» можно стать известным КВНщиком? Например? Ну не знаю, ну Серега Арзев, Миша Бабовиченко, ну в конце концов Кирюха Кочурин. Лех, ты только хуже делаешь. Еще аргументы? Ксюш, ну посмотри, сколько в зале красивых девушек. Сколько? Ну вот, например, сидит. Красивая? Ну, красивая. А вот девушка красивая? Да. А вон на третьем ряду, ну красивая же. Ой, да вам просто повезло, что бабы с физмата не пришли. Ну да. Ну, здравствуй, сам! Привет, жюри! Салам, шифки! И барафлес, кола и Ксюх! Чего ты решила, что Кона знает армянский? Это Руден, здесь все знают армянский. Хорошие парни, от слов к делу. Всем привет, я Вова. Я настолько хороший, что для меня 69 просто число. Случай в семье. Сынок, ты уже взрослый, я должна тебе сказать. Ты приемный. Ну, слава богу. Я настолько хороший, что перехожу Миклухом от Лая только по подземному переходу. А первая поездка в каршеринге выглядит у всех примерно одинаково. Блин, чем тут стырить? Я Вова, и я пахан на френдзоне. Парень уронил 10-й айфон экраном вниз. Уже радует. Пока так буду ходить. Хочу вам напомнить, что прыщи давить нельзя, иначе их станет еще больше. Девушка на приеме у врача. Девушка, что вы плачете? Она не широкая. Кто не широкая? Кость не широкая! Лучше переживали, что она у вас сломана. А, была бы широкая, не сломалась. А я настолько хороший, что провожаю Бутан до дома. Парень в примерочный магазин одежды обнаружил, что на ремне нет этой магнитной фигни. Шамиль еще никогда не был так близок к воровству. И пусть на ремне не было этой магнитной фигни, зато в магазине везде были установлены камеры. Поэтому, пожалуйста, пройдите на кассу, оплатите товар. А я не унываю, ведь моя мама говорит, что борода еще вырастет. Представьте, парень случайно уронил в избирательную урну 5000 рублей. Молодой человек, что вы делаете? Ну, явно не вбрасываю лишнюю бюллетень. Так, положите урну на место. Что случилось? Я уронил туда 5000. А если не секрет, за кого голосовали? Ну, за свои ошибки надо платить, на. Я Вова, и я реально читал инструкцию к презервативам. Совсем скоро пройдет чемпионат мира по футболу. Итак, представьте, главный тренер России Станислав Черчесов за 10 минут до начала матча. Станислав Саламович, удачи на игре. Спасибо, спасибо. Станислав Саламович еще никогда не был так близко к воровству. А всем парням знакома ситуация, когда девушка просыпается уже обиженной. Что случилось? Ты изменил мне во сне. Ксюх, ну это всего лишь сон. Нет, Лешенька, дыма без огня не бывает.
Она хоть красивая? Она желе! Что? Она слизень! Ты изменил мне со слизнем желе! Да, Ксюш, я сейчас схожу на кухню, попью воды, вернусь, и мы будем спокойно спать, хорошо? Ого, ты мне желе приготовила? Так отошел от него! Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром... Вован, объявляй! Наверняка каждый из вас видел надпись на автобусах «Я соблюдаю ПДД, не согласен, звони». Итак, представьте, парень реально позвонил по указанному номеру. Алло? Здрасте, я звоню сообщить, тут автобус правила нарушает. Пророчество сбывается! 30 лет я ждал этого звонка, и вот ты позвонил! Так, я, наверное, зря позвонил. Я знал твою мать! Что, вы знали мою мать? Нет, я знал твою мать, что мне кто-то позвонит! Это же обычный кроссвод, мать твою! Знаете что, мне некогда, до свидания! Алло! Теперь у меня есть твой номер! Это снова вы! У меня к тебе одна просьба! Какая? Поступай на аграрный! Да не буду я туда поступать! Блин, никто не хочет к нам поступать! Пророчество сбывается! Друзья, ну и в заключение. Совсем недавно у руководителя КВН «Руден» был день рождения. Поэтому, пользуясь случаем, Диана Андреевна, от всей нашей команды мы поздравляем вас с прошедшим праздником. Желаем счастья, здоровья, долгих и счастливых лет в жизни. Да, мы понимаем, что ваш день рождения был аж месяц тому назад. Но вы не думайте, что мы не поздравили вас, потому что мы забыли. Мы просто хотели сделать это в торжественной обстановке. Думаешь, поверила? Заткнись. Хорошие парни, спасибо. Владимир Путин молодец. Политик, лидер и борец. Наш президент страну поднял. Россию Путин не... Все, это были хорошие парни.